В общем, сейчас тот примечательный момент, что я зайду на заправку без машины. Там впереди Роснефть, там я куплю себе кофе. И потом у меня будет марш-бросок сквозь Измайловский лесопарк. И заодно я наконец-то таки, значит, его увижу. Вот, смотри. Это случайно не эта легендарная Ховринская больница, или как там ее называют? Смотри. Ну да, сейчас, конечно, в наше время, значит, смотреть на это с точки зрения романтики совершенно негоже, но я волей-неволей так смотрю. Я, знаешь, вживую разваленную многоэтажку, можно сказать, вижу сейчас, в данный момент, впервые. Интересно, что бы это могло быть на метро «Шоссе энтузиастов». Ну ладно. В общем, вон, видишь, уже поросль идет. Это у нас уже Измайловский лесопарк. Ну, в общем, как, еще раз говорю, удивительно, удивительно, что в этих всех московских лесопарках нифига кофе купить нельзя. В Кузьминках можно. Я помню, мы покупали. Может быть, и здесь можно, кстати, я не знаю. В Кузьминках я сейчас смотрел тоже по карте, по Яндекс.Карте, да? Тоже не знаю, сейчас никакого кафе, однако же оно там есть. По крайней мере, было прошлой осенью. Ну, посмотрим, что сейчас. И еще. Прохладненько, конечно, но надо будет идти быстрым шагом. Я думаю, что все получится. Вот так вот.